Экспрессивный почерк и оригинальные решения композиции. Это отличает работы заслуженного художника России профессора Николая Закрытного. В Химкинской галерее «Фирст» открыли выставку его картин. Экспозицию назвали тоже нестандартно – «Лыжный марафон с кистью в руке». Я прожил много жизней, вот, и одна из них была спортивная. И моя родина – лыж – это Галикова. Здесь мы перебрались с тренером. И, в общем, это оказалось родиной для основных моих чуть более молодых друзей. Вот это тоже их родина. Поэтому я и назвал так «Лыжный марафон с кистью в руке». В сознании автора спортивный марафон и жизненный путь сплетаются в единое целое. Каждая выставка – подведение определенных итогов. По словам художника, на одну картину может уйти полчаса, а может и два года. Некоторые портреты Николай переписывал около 50 раз, чтобы побить рекорд Леонардо да Винчи. Всего за свою жизнь он написал более 3000 работ. Картины Николая с удовольствием приобретают частные коллекционеры из России, Германии и стран СНГ. В галерее «Фирст» выставка продлится до 4 марта.